Начался суд над заводчанином, который, по-видимому, пытался устроить колумбайн на работе. По версии следствия, он пришел на предприятие, вооружившись ножом, и пытался зарезать коллег. Одного человека ранил, остальные успели спрятаться. На скамье подсудимых 30-летний Лев Писарев. По данным из материалов уголовного дела, разозленный заводчанин хотел отомстить за увольнение и пронес на предприятие кухонный нож. И в какой-то момент достал его. Первый, кого он пытался зарезать, спрятался в автомобиле. Другому рабочему, который встретился на его пути, повезло меньше. Высказал угрозу убийством в адрес своих двух бывших коллег. Более того, с хулиганских побуждений нанес не менее одного удара ножом в грудь одному из работников указанного предприятия. После мужчина поднялся на второй этаж и попытался накинуться на еще одного сотрудника, но тот успел закрыться в кабинете. На место вызвали полицию, и Льва Писарева задержали. И вот в металлургическом районе начался процесс. Данное обвинение вам понятно? Да, понятно. Вину по предъявленному вам обвинению признаете? Да, признаю. По каждому эпизоду? Да. Как сообщили в следственном отделе по металлургическому району, Лев Писарев обвиняется сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Угроза убийством, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганство. Известно, что он женат, у него есть 5-летний сын. Отправлять в СИЗО его не стали, мужчина под подпиской о невыезде.